На скамье подсудимых черногорец Олег Яушкин, 36 лет, заботливый отец, один воспитывает троих малолетних детей, самому младшему из них год. Мама малышей сейчас отбывает наказание за убийство своей подруги в пьяной драке. В интернете примерного семьянина уже окрестили кладбищенским вором. Он вывозил оградки с могил, чтобы сдать их на металлолом. Подсудимый обвиняется в совершении 12 эпизодов. Он крал чугунные оградки в течение целого года с апреля 2014 по апрель 2015 года. Большинство пострадавших – пенсионеры. На установление новых ограждений для могил своих родственников у большинства нет денег. Судебное разбирательство в самом разгаре. Прокуратура собрала необходимые доказательства, допрошены свидетели со стороны обвинения. Раскрыли это уголовное дело, провели экспертизы, которые подтвердили, что металл, который он сдавал, и металл, который находился на остатках оградок на этих кладбищенских, совпадают друг с другом. Сегодня суд допрашивает свидетелей защиты. Дети его любят, вообще не знаю. Вот в данный момент, вот он только вот пришел, там дети от него не отходят. Ребятишки прям хорошо. Вообще, вот изумительно, таких пап надо найти еще. За кражу ржавого чугуна с могил Олегу Яушкину может грозить до 7,5 лет лишения свободы. Однако при вынесении приговора суд, скорее всего, примет во внимание смягчающие обстоятельства. Трое малолетних детей, которые в случае заключения отца в тюрьму останутся одни. Адвокат будет настаивать на условном сроке. Если вы знакомы с делом, он не украл эти оградки, он не признает свою вину. Когда кладбищенскому вору вынесут окончательный приговор, неизвестно, экспертам надо оценить точную сумму ущерба, материального. Моральная компенсация пока, как ни странно, пошла в зачет лишь обвиняемому. Ограды с могил снимал не рядовой воришка, а многодетный отец. Виктор Буров, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.